Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Мистер Салер. Сходил я на мероприятие Blockchain Live, посмотрел, как там все проходит. На самом деле, огромное количество майнинг-компаний там собралось. И вот гуляя, значит, по самому мероприятию, я увидел, как Эрик Давидович у одного стенда стоит. Ну, я решил подойти, посмотреть, что там вообще происходит. Ну и заодно взять у руководителя этой компании интервью. Как оно прошло, вы можете посмотреть. Погнали. Сегодня вот подошел к вашему стенду IBM и хотел бы вас спросить, что вообще за продукт у вас? Что интересно у вас есть? Расскажите о компании, как она вообще зародилась, ну, какие ценности у компании? Все, принял, рассказываю. Компания зародилась в 2017 году. Изначально базовое наше направление это было доставка грузов из Китая, растаможка и, соответственно, продажа это клиентам под заказ. В связи с тем, что было очень много запросов в 2017 году поставить майнер, мне лично звонили: Дим, привези майнер D3, S9, это был популярен. Я возил, и мы, соответственно, понимали, рано или поздно пришли к тому, что бюджет наполняющего направления стало не доставка и логистика, растаможка, а продажа оборудования. Мы в этом году, в 2017, запустили сайт, запустили юридическое лицо BIM Technology, и сейчас до сих пор мы работаем. За период 2017 года мы колоссально выросли с точки зрения и нашего опыта, бэкграунда, с точки зрения состава сотрудников и то, что может платить компания. Наши основные направления это какие? Это первое, это само собой продажа оборудования под заказ клиентам, то есть мы являемся прямыми импортерами, продаем майнеры с нашей компании импортера, соответственно, на нее же мы заводим, это наша компания, не пользуясь услугами посредников-подрядчиков. Вот, и поставляем это клиентам под ключ. Далее можем разместить майнеры клиентов на нашем хостинге. Их у нас два. Один находится в Московской области, один в Минеральных водах. Соответственно, это хостинги не подрядные, это наша собственность, которую мы за время компании приобрели и сейчас здесь размещаемся. Это большой показатель, потому что мало кто имеет собственные площадки личные. Вот. Также мы помогаем клиентам в ремонте, в сервисе, в обслуживании, в обмене криптовалюты в целом и делаем все под ключ. Наверное, за этот период мы точно занимали лидирующие позиции, потому что в нашем списке заказов больше 1500 клиентов в таблице. Я лично таблицу лично веду, и там у меня больше 1500 клиентов. То есть я думаю, что много здесь написано, у нас там 5-3 тысячи клиентов, 10 тысяч клиентов, но на самом деле никто не может это подтвердить, не подтвердит, потому что мы самые старички, у нас по-любому клиентов, там, если не больше всех, но там топ-2 мы точно входим, топ-3. Поэтому у нас много клиентов, большие обороты ежегодные, ежемесячные, и мы на этом рынке 100% лидеры. Также есть еще комплектующие, правильно? Ну, комплектующие под запрос мы возим, да, но это так, если клиент хочет, мы привезем, конечно. Но мы это не афишируем, что мы возим комплектующие, потому что это очень узкий рынок. Вот еще контейнеры видел, у вас на сайте есть. Да, забыл указать, у нас собственные просто контейнеры в Литовском районе на базе крупного предприятия. Мы делаем 40-футовые контейнеры под заказ и в наличии продаем, и используем их на наших площадках. Можете приехать посмотреть, как они вообще выглядят. Там, то есть, как бы это наше производство, качество очень хорошее, да, по цене тоже. А вот если, допустим, новичок, скажем так, в майнинге и вообще ничего не понимаю, я могу к вам обратиться и приобрести у вас, вы мне там подскажете, как что лучше приобрести? Ну, конечно, да. Выгоднее. Нам нужно позвонить, написать в мессенджер, обратиться на сайт и получить консультацию по окупаемости всех моделей. Мы не просто там скажем, вот лучше так, менеджеры подберут окупаемость, исходя из вашего бюджета и тарифы у вашего, либо нашего на площадке, сделают таблицу, что быстрее всего сейчас окупается, что легче по точке входа, соответственно, чтобы было вам комфортно, да, и подберем оборудование, да. То есть, получается, есть полная поддержка, я правильно понимаю? Полная консультация, поддержка, да, и даже там внедрение в эту индустрию в целом, то есть, да. А сколько я могу, допустим, не знаю, там, за какой период времени могу купить, допустим, купленный товар? Как-то можно так, хотя смотрите, плюс-минус? Какую-то гарантию, что это окупится, я точно не буду, потому что это некорректно. Сроки окупаемости по-разному, да, то есть в моменте обычно это от там, 12 месяцев до 25 месяцев. По-разному. Но само собой, вы сейчас купите по 12 месяцев окупаемости, биток пойдет вверх, вы его купите через 2 месяца. Или наоборот, вы купите там 1,5 года окупаемость, биток пойдет вниз, вы купите его через 3 года. От роста тоже многое зависит, от рынка. Это биржевой товар, как бы, это как купить биток, купить майнер, по сути, одна и та же точка входа. То есть, Да, еще вот вопрос есть. А если, допустим, я хочу себе куда-то заказать контейнер, вы ведь его привезете, правильно? Контейнер, да. Да, то есть где-то поставите это у меня, если я, допустим, захочу, у меня дом там огромный, трехэтажный. Да. Можете у меня поставить, да? Можем у вас, да, чтобы вам весело спалось. Ну, чтобы я просто спокойнее, допустим, было бы так. Огромный забор. Ну, у трехэтажного дома никто не ставит контейнер, но если у вас теоретически свое предприятие, где есть точка входа там на 1 мегаватт, то можно. Конечно, мы вам привезем контейнер, поставим, оборудуем, запустим, поставим все на пул, обучим, покажем, как все это выводить.
потом в кэш вводить, как все в фиат, то есть поменять валюту, покупать биток, продать биток, то есть это все мы полностью покажем, расскажем, у вас нигде просто не останется. Мы для всех клиентов являемся надежным как бы другом, для всех клиентов, в первую очередь. И последний вопрос. Сейчас, наверное, самое лучшее время, да, получается, покупать оборудование? Ну, чисто теоретически сейчас рынок внизу, но опять, сейчас, короче, самое лучшее время, а завтра курс будет 10 тысяч. И все скажут, я плохой, ну, да. И майнинг будет окупаться много лет. Понял. Поэтому, наверное, предполагаю, что теоретически да. Но вдруг это не дно, вдруг дно 10, как бы, ну кто его знает. Поэтому вот так. И все полезные ссылки будут в описании. Обязательно переходите по ним, воспользуйтесь. Здесь много хорошего оборудования, которое точно может вам пригодиться. Спасибо. Да, все, да. Ссылочку на их сайт я оставлю в описании. Также, кстати, у них есть свой YouTube-канал. Вот, как вы видите, здесь они также снимают интересный контент. Потом обязательно нажмите подписаться. Как видите, я уже подписан. Ну и до новых встреч. Пока.